Меня зовут Ксения. Я, наверное, хотела бы рассказать о отношениях между дочерью и мамой. Порой мы, когда получаем, грубо говоря, люлей на наш язык современный от мамы, мы говорим, что я никогда в жизни не буду так вести себя со своим ребенком, что это не будет так, я не буду его так наказывать, я буду ему какие-то вещи прощать. Но все равно мы с ними очень сильно похожи. Похожи, боже, не даже как матери, а вот как мать, как мама с дочкой, в смысле, а как больше подруги, наверное. Мы в каких-то моментах переживаем одинаковые ситуации. Когда я не могу до нее дозвониться, я испытываю такое же чувство, как и она. Я начинаю переживать, я начинаю думать, что с ней, я начинаю, там ужасные мысли лезут в голову. Но так же, как и у нее, когда она мне это все высказывает, а я порой ее не понимаю. И вот маленькую историю я хотела рассказать, когда меня пришли ко мне друзья, а у меня есть маленький щеночек, его зовут Шерри. И я боялась его все время купать. То есть, ну вот, я представляю, что вдруг он не умеет, вдруг он утонет, что с ним случится, я, ну, как всегда, вот эти вот мысли эти. И они налили воду, отняли меня его, и говорят, смотри, я дико, я визжала, кричала, пыталась его отнять. Но в итоге я увидела, что действительно это маленькое создание, оно плывет. То есть это настолько у них физиологии, что действительно им это дано. Но те чувства, которые я пережила, это не описать. Это столько эмоций, мне кажется, на весь день было. И вот на днях я хотела поднять таким образом маме настроение. Я говорю, мам, смотри, у нее вот точно такие же эмоции были. Она говорит, ты что, он утонет, хватит наливать воды, еще что-то. И в итоге, когда она это увидела все, она действительно тоже очень улыбнулась, у нее действительно поднялось безумное настроение. И вот в этих моментах ты видишь, насколько вы с ней похожи. И насколько надо ценить вот эти чувства, которые ты испытываешь, когда ты встаешь на ее место. То есть, несмотря на то, что вы там с ней часто ругаетесь, и вам что-то не нравится, все равно вот это что-то вот тебе в душе, да, и ты все равно будешь такой же. Все равно будешь так же переживать своих детей. И я считаю, что это... Я безумно люблю свою маму просто. И я считаю, что это у каждого человека должно отложиться вот здесь. Спасибо.